Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу вам две довольно редкие и дорогие монеты 1 гривна, которые очень сложно встретить в обиходе. Ну что, поехали? 27 марта на аукционе Виолити была продана монета 1 гривна 96 года с гуртом 95. Я регулярно посещаю данный аукцион, всем советую, так как там появляются интересные лоты, которыми можно наполнить свою коллекцию. Также там можно продать свои находки, ссылочки я оставлю в описании. Как же появилась такая монета? 13 марта 1995 года в НБУ были отправлены первые гривны с датами 1995 года и гуртовой надписью 3.95.3, выполненные мелким шрифтом на гурте. Эти монеты так и остались в разряде пробных, так как прослеживалась недолговечность плашек и большое количество монет с непрочеканенными буквами. После была разработана новая конструкция плашки с более широким гуртом и кантом, и дату от слов отделяют всего одна точка. На самом деле гуртовые надписи 96 года отличаются начертаниями отдельных букв и глубиной шрифта. А разные даты на аверсе монеты и гурте свидетельствуют о чеканке монеты на уже отгурченных ранее заготовках. Такое и ранее практиковалось для пробирования оборудования. И здесь мы видим, что как раз это и произошло. Возможно, конечно, что это было случайным образом перепутано, но, скорее всего, это были пробные монеты, когда тестировалось оборудование. Вторая монета – это 1 гривна 95 года на заготовке биметаллической. Действительно, такие монеты, как мы видим, существуют. И, ну, это считается хулиганская монета. То есть, была сделана специально для коллекционера на принесенной заранее подготовленной заготовке. Как мы видим, она не гурченая, без гуртовой надписи. И сделана официальным штемпелем на Луганском станкостроительном заводе. Довольно редкая, я думаю, такую монету невозможно встретить. Она только делалась для коллекционеров, и, соответственно, цена у нее соответствующая. Друзья, если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, поделитесь им в соцсетях и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!